Всем привет, дорогие друзья, с вами Демон и Андроид. И Андроид. Похуй. Так, и сегодня мы как Какой бы... похуй, ты шо, охуел? Похуй, зрителям не похуй на меня, блять. Похуй, давай заново. Привет, сегодня я сделаю обзор и разбор на возможный новый топ-1, как все говорят. Я оценю сложность, ГП и декор. И сразу к общим плюсам. Музыка, она крутая и атмосферная. И да, я из тех, кто считает, что от музыки зависит 40% успеха. Ведь согласитесь, что вам не будет интересно смотреть на уровень под уродскую музыку, по вашему мнению. Но сейчас разбор каждого парта. По башке себе стучи, блядь. Извините. Но я всегда хотел пошутить над теми, кто кликает громче, чем музыка. Первая часть выглядит по пульс-эффектам прям очень атмосферно. Мне нравится воздушный декор. А вот заполнение ужасное. Вместе с этими штуками, которые появляются, также очень скверно смотрится. Ну да, мне буду говорить, что это старый закос под стиль. Но я скажу, что можно было бы сделать лучше. И еще что мне понравилось в парте, так это концовка, где тебя закрывают два граунда. Это выглядит эпично. ГП мне понравился тем, что идет напряжение, но все равно визуально есть недочеты. ГП на 4 из 10, а декор на 3 из 10. Ну и тут начался полный пиздец. Просто туалетный декор без атмосферы, которая в первой части была неплохая, а тут необыкновенно всрата. Ты дурак, что ли, мир? Мне нравится только тут отчасти ГП. Он-то тут тоже неплохой, и вообще мне кажется, на вейв-части он крутой. За ГП я ставлю 5 из 10, а за декор 2 из 10. Но опять, куда же не без граунда в виде огромной мошонки. Если бы не было этой хуйни, было бы лучше. Копипаста цепей прям бесит. Блять. Икры поем, черным хожу. Поем красные икры, хожу красным. Ой, мама, говна поешься. Плохие структуры вместе с БГ и заполнением. ГП по визуалу челлендж, но довольно раздражающий. Декор мне вообще не понравился. Такое чувство, что делали его на отъебись, а еще делали его в 2020 или 2021. А так ГП на 2 из 10, а декор на 1 из 10. Ну тут уже получше идет и декор, и ГП. В декоре мне понравился граунд в виде таких штук. Но опять спам цепи выглядит гадко. ГП мне тут даже понравился. Стрелфлай неплохо подходит тут. Атмосфера напряжена в нем. Ну в общем, ГП на 4 из 10, а декор на 3 из 10. Дима! Папа, я на конференции. Зачем нужен ёршик? Папа! Дима, там все в говне! Папа! Иди убирай! Видишь нас? Ну и последний парт выглядит опять плохо по декору. Ужасная копипаста дыр на передний фон не выглядит атмосферно. Блоки из 1.9 может быть неплохо смотрятся в такой атмосфере, но сам воздушный декор портит композицию. По ГП дисбаланс я заметил. Ну и в общем, мне ГП зашел только из-за некоторых моментов. А так ГП на 2 из 10, а декор также. Ну и выводы. Мне уровень понравился только из-за музыки. И все, музыка тут очень атмосферная. Ну и уровень тоже. Но реализован он просто ужасно. Давай по новой, Миша, все хуйня. Закос подали, а Silent Club Step никак не придает брутальности. ГП тут просто спам таймингами Straight Flying. Он мне вроде бы как даже зашел как атмосфера. За весь ГП 4. За декор 2 из 10. Уровень хайповый приятный только из-за челлендж ГП и музыки.